8 молдавских фур, застрявших на выезде из Украины в Россию на КПП «Бачевск-Трейбордне», получили разрешение продолжить путь. Конфискованные товары вернули водителям, объявило Министерство инфраструктуры и регионального развития. Тем не менее, там остаются еще 4 молдавских большегруза. Они подверглись вандализму, и сейчас их не отбуксировать. Мининфраструктуры также сообщило, что помогло 28 компаниям грузоперевозок вернуть свой транспорт в Молдову в объезд Украины по выделенным зеленым коридорам.